Ребята, всем привет! Сейчас буду делать маленький гриндер, потому что он у меня отсутствует от слова совсем. Гриндер буду делать четырехточечный с лентой 915, ну то есть самый-самый малюсенький. Мотор 550 ватт, в закромах родины, так сказать, завалялся. На основе него сделаю, потому что больше не знаю, куда его применить. Ролики будут вот такие вот. Я не помню, как материал называется, но это от Рохлей. То есть каждый ролик выдерживает 400 килограмм. Соответственно, у меня их будет 3 ролика на болтах и один будет ролик на моторе. Целая история вот с такими вот штуками, как ролик. Ролик под мотор 550 ватт, это АИР, ну это 56 не читайте, АИР 63, вот у него 14-я ось, и 14-ю ось найти просто невозможно в таком большом городе, как Москва. То есть вот эту запчасть либо надо заказывать у токарей, а токаря ребята очень серьезные, с ними связываться не хочется, вот поэтому... Я купил просто эту запчасть от лифта, то есть кому нужна 14-я оська под шкив, но это все будет растачиваться, перетачиваться, мне нужно посадочное место, то это от лифта открывание дверей кабины. Вот, так что сейчас все это буду протачивать, варить и так далее. Да, гриндер будет, ребят, колхозный из того, что было, как говорится, слеплю из того, что было, вот, это гриндер для того, чтобы сделать потом на основе этого гриндера хороший гриндер. То есть, чтобы сделать гриндер, надо сделать гриндер. То есть, это название ролика будет. Сначала я буду изготавливать ведущий шкив, который устанавливается на ось двигателя. Значит, берем основу, ту, что я смог найти в Москве, не заказываю у токаря, от лифта. Значит, беру один ролик и кусок трубы. Теперь расскажу, как примерно будет это выглядеть. То есть, вот этот ролик я сейчас до нужной формы проточу. С ним сочленю вот эту трубу. Дальше выбью два подшипника и установлю всю эту конструкцию. Соответственно, запрессую вовнутрь. Лишнее отрежу. Так, для того, чтобы работать с вот этим материалом, ну он пластик, я не знаю, что это такое, я изготовил вот такую приспособу. Это 12-я ось, 12-й подшипник. Значит, две ограничительные шайбы. Это мне нужно для того, чтобы выровнять поверхность, потому что она здесь дугой. Вот, чтобы она была идеально ровна, чтобы ее можно было зажать, соответственно, в патрон токарного станка и обработать внутреннюю поверхность, потому что труба туда не влезет, а труба тонкая, толщина 3 мм. Вот для этого мне нужно все вот это вот как-то скомпоновать. Вот сейчас будем, так сказать, изготавливать. Шайбы упираются во внешнюю обойму подшипника, чтобы ролик не прокручивался на оси.
такое количество волосни. Но это все такой первичный проход, потом все будет идеально гладенько. Видите, да, это все снимается, и получается просто супер поверхность. Вот она, как нитка. Все, идеальная поверхность. Всю волосню снял. Так, труба, труба, труба. Так, ну можно ее точнуть чуть-чуть. И здесь внутренность надо немножко будет убрать. Изготовил я все элементы, необходимые уже для сварочки и окончательной подгоночки. Значит, труба. Я ее обточил по диаметру еще. Значит, шкив, который я очень благополучно испортил. Ну, испортил в хорошем смысле слова. То есть теперь он идеально подходит для моего изделия, но не подходит для лифта. Или лифта. Значит, смотрите. Эту деталь я обточил под внутреннее, так сказать, посадочное место подшипника, но это меня не устроило, потому что тогда вот здесь вот металла очень мало остается, а мне нужно вот эту деталь сюда подварить. То есть места для шва очень мало. И, соответственно, я решил расширить, это полиамид, по-моему, называется, значит, расширил и сделал канавку посадочную под вот эту внешнюю деталь шкива, где клиноременная передача бегала. Вот, я здесь оставил мясо побольше металла, а здесь уточил в полиамиде, теперь она очень плотненько туда входит. Так, и теперь вот, как вы понимаете, да, вот здесь внутри должна быть труба. Здесь проточка под подшипник, поэтому я длинную трубу делать не буду, потому что нет смысла. Так, все готово. Сочленяю ударно-кувалдометным методом. Ну, можно в тиски зажать и просто затянуть. Сейчас посмотрю, если кувалдометр не поможет через деревяшку, тогда тисочками воспользуюсь. Вот это я дованул до конца еще, кстати, не это самое, не село. Аж тиски сломались, ребят. Вот это моща. А я еще думал, может быть, сюда какой-нибудь этот клей от непроворачивания. Какой там клей? Тут, блин, тиски лопнули пополам. Еле посадил. Все-таки кувалдометр – это вещь незаменимая в ремонтных работах. Посадил. Тиски не выдержали. Но посадил, значит, ну это следы от тисков остались, я сейчас зажму вот так в патрон, пройдусь, с этой зачищу немножко для красоты, так сказать. Ну и внутри тоже все четко, вот, еле-еле я засандалил его. Значит, и сейчас выровняю вот эту поверхность, потому что немножко биение само собой будет, ну и валик будет готов. Ну вот, ребят, для такой колхозной работы... так сказать, с помощью кувалдометра биения практически нет. Сейчас я проточу внешнюю часть полиамида этого пластикового до, соответственно, идеального состояния. Так, ребят, биение 0, все нормально проточилось. То, что вы видите мерцание белого темного, это залапанный моими грязными руками белый полиамид. Блин, как он мне нравится, ребята. Первый раз в жизни сделал вот такой вот ролик. Блин, супер. Наверное, всю ночь теперь спать не буду.
Блин, вот это красота. Не буду ставить на гриндер. Поставлю на телевизор. Ролика пока у меня три. Четвертый завтра придет с Валберес. Валберес, да, правильно, Валберес. Смотрите, значит, первый ролик я сделал 78, 70, ну, почти 78 на 2 мм меньше. Это ведущий ролик. Ведомые ролики, через шкурку ведомые, значит, они по заводу идут 80, на рохле ставится. В интернете я вчера посмотрел, там делают ролики в основном 50, 55, ну, максимум 60. У меня, конечно, не получится, у меня большой подшипник стоит. Вот, и я, скорее всего, сделаю где-то в районе, так сказать, сейчас скажу, чтобы осталось и вот этот материал, пластик, полиамид, ну, где-то сделаю, скорее всего, минимум 60, но, может быть, чуть больше. Третий ролик сделаю бочкой, как положено это. Теперь я все это вот устанавливаю в такую приспособу, ограничительными шайбами, которые упираются в наружную часть подшипника и зажимают его, и предотвращают кручение, зажимаю в токарный станок и протачиваю до нужного диаметра два ролика. Третий ролик бочкообразный, завтра заберу с Валберес и проточу его под бочку. Посмотрю в интернете, как люди делают добрые, так сказать, и скопирую. Нарисовал я приблизительный чертеж основной пластины, на котором будут ролики располагаться. Внизу будет подошва, само собой. И вот где отсутствующий ролик, здесь будет ролик бочкообразное натяжение. Вырезал я панель из металла. Металл я сделал из полосы. Почему из полосы, ребят? Поехал на рынок покупать листовой металл. Честно сказать, такого размера резать никто не хочет. Никто не хочет резать. Он валяется весь под снегом. Снегом все замело. Сейчас февраль месяц, Москва. 24-й год, и, честно сказать, никто не хочет мне резать восьмерку, десятку, такой маленький кусок, а большой мне нафиг не нужен. Поэтому я купил полосу купил, и из полосы сварил, соответственно, по форме, которую я нарисовал по эскизу. Вы знаете, я честно скажу, что металл, даже при такой большой, при такой малой площади, как 30 на 30 примерно, он все равно имеет свою кривизну. Металл, когда грузят, он изгибается, этот лист. В общем, его надо пропускать через фрезерный станок. Я купил идеальную полосу. Значит, я ее сварил абсолютно идеально. Теперь я буду резать. Вот это, когда я сделаю, этого видно ничего не будет. Здесь надежность, я его пытался ломать руками, у меня не получается. Значит, буду здесь резать отверстие, здесь сверлить буду примерно 12-м сверлом, болт прогонять через токарный станок, чтобы он сел. Соответственно, здесь тоже где-то 12-е сверло, болт через токарный станок, чтобы сел. А здесь отверстие сделаю головкой. По-хорошему, конечно, надо сделать вот такое вот огромное отверстие, у меня нет такого сверла. Вот, и, соответственно, я не хочу ослаблять металл. Я хочу здесь оставить тоже жестко. Для этого я сделаю маленькое отверстие, то есть 50. То есть не это, не это. То есть маленькое это вот это. Большое, соответственно, это вот это. Вот, я сделаю золотую, так сказать, середину. Вот, но мне придется, скорее всего, найти новое место для крепления болта к якорю двигателя. Или просверлить отверстие в центре якоря, вот здесь. Просверлить и нарезать шестую М6 резьбу. То есть насадил, закрутил, потому что это отверстие, оно приходится как раз на массив металла. То есть не получается у меня закрепить. Вот это моща. Вот это моща. От
отверстия просверлены в пластине, значит, это под мотор, примерно вот такого диаметра. Значит, здесь под верхний ролик 17 отверстие, под нижний ролик 17 отверстие. Сейчас я зажимаю в токарный станок болты и протачиваю 17-е, под 17-е за, как это называется, заведу, короче, в 17-е отверстие, посажу болт на 3 миллиметра, чтобы с обратной стороны подварить. Так. Мерцает лампа. Опору я пока не знаю, какой ширины буду делать. Я понимаю, что она должна быть шириной примерно со шкурку. Ну или чуть-чуть шире. Но опору всегда можно будет переточить. Сейчас я для нее сделаю уголочки из такой же толщины, из такого же толщины металла с помощью магнитного уголка, чтобы градус был ровно 90. Я уже померил его, так сказать, эталонным уголком, вырезанным на лазере. Миллион лет назад еще это вырезано. Вот. И сейчас приклею, соответственно, примагничу уголочки и проварю. Вот пришел новый ролик с Валберис. Видите, да, какой еще красивый, беленький полиамид. Уголки вон они пока лежат. Остынут, они очень горячие, я их проварил уже, вот, ну и, соответственно, сейчас они остынут, я их проточу. Угол 90, просто идеальный, уже проверил. Бочку сейчас точу, совсем забыл, что этот ролик должен быть бочкообразный. Хорошо вовремя остановился, значит, выставил вот эту вот деталь станка, не знаю, как называется, на 5 градусов. В интернете посмотрел. Каждый немножко по-своему точит. В общем, решил сделать, как большинство людей. Посередине оставил 8 миллиметров прямых. А все остальное под определенным уголком. Ну, если что, потом доточу, это не беда. О, все. Сейчас пройдусь немножко напильничком, шкурочкой, и будет нормальный ролик. Вот такая красотень получилась. Ровно серединка и бочка. 8 миллиметров прямых и остальное на скат. Ничего, мне нравится. Будет работать, не будет работать, ребят, подточу. Токарный станок есть. Вот это да. Вот.
Вот это удар. Так, эти отверстия я сверлю восьмым сверлом под крепление болтов либо к столу, либо к резиновым ножкам. Там посмотрим от массы гриндера, будет ли он бегать. Будет бегать, найдем к чему прикрутить. Не будет бегать, поставлю резиновые ножки. Так, доделал я опору под шкурку. Ширину я пока не буду урезать, а урезать всегда можно. Прибавить сложно. Значит, сейчас проверю угол крепления, чтобы был 90. Ну да, супер. Кто придумал сварочные магниты, этому человеку надо просто памятник поставить. Вот как можно идеально ровно две пластины расположить вот в этой площади, вот в этой проекции и вот в этой проекции. То есть в трех проекциях, смотрите, и держится, и можно спокойно заварить, и ровно 90 градусов угол. Так, это значит у меня что? Это у меня подставка, точнее вот такой же уголок, только для столика. Столик у меня будет вот такой длинный, вытянутый. Тут тоже имеет значение, где лицо, где клиенте, потому что это такое изделие, что она, вот этот край немножко неровный, то есть он немножко на скос идет. Вот здесь вот ровный. А вот эта сторона, она тоже немножечко как на скос. Ну, то есть здесь она, лента, конечно, идеально просто ровная. Мне просто повезло. Просто повезло, что ленту я купил идеально ровную. То есть она вообще прям вот без ноль зазор, даже полмиллиметра нет зазора. Вот. Я сейчас делаю крепеж, чтобы расположить его, соответственно, вот на этой пластине, на двух болтах. Вот дырочки я под болты уже, как говорится, просверлил. И дальше будет вот здесь вот большой геморрой, чтобы выровнять ее в трех проекциях. То есть и вот так, и вот так, и вот так. Ну, для этого опять есть волшебные магниты. Волшебные магниты. Вариваю дополнительный уголок и для жесткости, и для стопроцентной гарантии, что все будет чики-пуки. Вот такая замысловатая конструкция, чтобы приварить вот этот вот один крепеж, потому что он должен быть идеально приварен, чтобы стол был выровнен в трех плоскостях. То есть здесь используется один, два, три, четыре магнита. И вот это вот лезвие, это погрешность как раз вот здесь вот в самом начале металла есть погрешность в толщину канцелярского ножа. Сейчас я точечно это все приварю. Раз, два, три, чтобы не утянуло. Ну, а потом уже отверстие отмечу. Очень, очень ответственный момент. Где-то минут 20 я это все выравнивал. Заварил. Но вот в этом месте все равно металл немножко вздулся. То есть нужно будет его сошлифовать в этом месте. Здесь везде геометрия отличная. То есть я уголком проверял, а вот здесь вот есть небольшое качание. Вот оно есть. Вот на этом бугорочке. Его надо просто снять. Вот это место подшлифовать. Так, укорачиваю два болта. Где-то на 15-17 миллиметров. Привариваю болты.
Следующий этап – это как закрепить ролик-бочку вместе с механизмом ее наклона и натяжения. Значит, вот здесь она примерно должна располагаться по моей схеме. Значит, что я тут наколхозил? Значит, это обычные 12-е гаечки, резьбу я в них срезал. Это деталь подголовника автомобиля, не помню, по-моему, BMW какого-то. Это какая-то втулка, тоже автомобильная. Она просто идеально подходит друг к другу. То есть, вот этот кусок подголовника и втулка. И механизм натяжения. Точнее, это не натяжение, это было, как она называется, которое в стену вкручивается и в бетонную, и потом расфиксирует вот такое кольцо, ну да, это кольцо. Вот, к нему, значит, пружина, и, соответственно, вот такой вот добротный кусок металла, выкопанный в необъятных просторах Рязанской губернии из-под земли. Сейчас я его заточу, это восьмерка. Толстая, хорошая, вот здесь вот есть как раз ровный кусок, вот там кривой, а вот здесь вот ровный. И вот из этого сейчас я постараюсь сделать механизм крепления и наклона ролика бочки. Сюда я пока поставил временные втулочки, чтобы натянуть на место, поставить, значит, ролики и не портить вот это тефлоновое кольцо, чтобы туда-сюда его не гонять, чтобы потом эта гайка, она не раскручивалась сама на ходу. То есть ее один раз зафиксировал и по месту, и все, как говорится, а не туда-сюда гонять 100 раз. Так, теперь механизм натяжения. Значит, ролик пока мы не трогаем. Значит, я сварил вот такую фигню. Так, значит, сделал саму пластину, на которой вот эта фигня будет двигаться. Сделал утолщение, потому что ролик должен быть на определенном уровне вместе, так сказать, с этими роликами. Для этого нужно это все подогнать. Так, значит, болт я уже вварил, где у меня механизм колебания будет крепиться. Значит, сюда я одеваю пластину, которая будет у меня являться прокладкой 8 мм. Дальше я, соответственно, буду устанавливать вот эту штуку. Вот таким образом. Вот таким образом. Так, дальше вот такая шайба, не знаю от чего, очень толстая, качественная сюда шайба. Так, ну и, соответственно, сюда накрутится гайка, которая с тефлоновым кольцом будет. Так, а здесь я буду приваривать, сейчас как бы, вот так давайте положу, здесь я буду приваривать, соответственно, механизм, на котором будет крепиться ролик и будет двигаться. Натяжитель я уже вот варил, но еще пружину пока не подгонял и длину не подгонял. Это уже по ходу. Самое главное, тут все варено. Обычная гайка. И, так сказать, я не знаю, как эта деталь называется. Здесь еще был цилиндр, ну, который в стены, в бетон вкручивают. Ролик придется подгонять. Ролик придется вот здесь вот урезать. Но я попадаю в длину самой головки болта. Установил я 3 ролика, теперь еще вот этот ролик не приварен, мне его нужно посадить, чтобы он был ровно, ровно по низу со всеми роликами. Если будет по низу ровно, значит будет по верху ровно.
Пока вот такая вот конструкция. Ролики я выровнял идеально. Все работает.